Всем привет! Решил сегодня продуть фильтр воздушный. Посмотрим, как он забит, что из него будет вылетать. Снаружи смотрим, то, конечно, будет что выдать. Вот так. Сначала, наверное, эту сетку. Вот сначала сеточка. Теперь фильтр смотрим. В принципе, чтобы очень, то и не очень, но лучше, конечно, лучше продуть. Это получается у меня первый раз я продуваю. Вот обоку почти год. Ну, вот так вот был забит. Вот так вот был забит. Все.